Всем привет, сегодня пятница, число не помню. Сейчас без 10:08. Собираюсь я в лес, смотреть лес. Ну, искать, смотреть. Так что, вот. В общем, поехал. Ну что, время 9 утра, начало 10. Взял карту, навигатор, поехал в лес смотреть, искать. Ладно, в общем, приеду, включусь, еду уже по лесу, но еще далековато. Доеду до места, потом еще на лыжах чуть-чуть пройти, может, километр. Но так-то должен нагуляться, там обойти надо еще, в двух местах посмотреть. До дислокации дорога. Вот лыжи. Лыжи не учил, надо было померить, они мне. Эти не регулируются. Не налезают. Сейчас, в общем, как-нибудь натяну. И пойду. Это натянул. Ну, тут разделся я. Куртку снял, сегодня тепло, плюсовая температура. Сейчас идем по навигатору. Метров, в общем, 500. Чуть побольше, может. Идем по этой дороге. Что-то как-то плохо идти на лыжах. Но с другой стороны по колено не проваливаешься. Так, нам идти надо прямо. Вон туда. Тут еще и дорога есть. Это хорошо. Тут что-то вообще как-то глубоко. Там поле какое-то. Вторая делянка, наверное. Так-то тут лесок неплохой. Рядышком-то. Ладно, в общем, приду. Сейчас обхожу первый выдел. Вот тут лес вот такой. Не крупный и особо не тонкий. Но вот в этом месте. Там вначале хуже. Но я половину обошел. Так что. Трехрезовый примерно. Метров 18. Раз, два, три. На три реза тут точно будет. Вот дерево сколько? На 24 где-то. Тоже на 24. Есть потолще, есть потоньше. В общем, я. Но там нету ни хера. Да и там особо нету нихуя. Вот в середине. В середине. Ну сейчас сходим вот сюда. Это вон туда. Или напрямую сходить. Лыжи снял. В лыжах неудобно. Снега не настолько много. Вот по щиколотку. Сантиметров 10. Но иногда проваливаешься по колено. А на лыжах снег липнет. Да и тут валежины вон. Сучки, деревья. Вот такой лесок.
Может, вторая получше будет. Но тут как бы лес неплохой, но его тут мало. Очень. Че, перешел в другую делянку, он через... Ну, они тут рядом. Может, метров 500 делянка от делянки. Там, мне кажется, леса маловато. Может, и будет, конечно. Ну, что-то мне кажется, маловато. А так лес одинаковый. Это следующее. Тоже трехрезовый. Но им что тут, что там по 90 лет. Сейчас это еще обойду. А я тут уже наплутал, блядь. Сейчас вот там край делянки. Метров 150. И так по кругу. Вон там просвет уже видно, край делянки. В гектарном эквиваленте, не знаю тут сколько. Ну ладно, в общем, буду дальше ходить, наверное, как я хожу. Дышу тут тяжело, никому не интересно слушать. Иду по краю, это тут тоже старая делянка, заросшая уже елками, березами. Кварталка тут недалеко тоже идет. Что, в общем-то, почти дошел вторую до конца. Ну как иду? Вот тут показывают посередине, почти иду. Вот иду, вон тут уже березняк, метров 15, может 20 от меня. Ну, там уже леса нету. Вон тут есть. Тут, в общем, лес более-менее везде. Только вон там, в начале, около милятника, хуета какая-то. Вон там мельче. Тут три реза где-то. А там мельче. Но я там сейчас обратно пойду. А тут лесок более-менее. Елки, правда, много. Елка может быть гниловата. Вон с письками тоже. Выворотней много. Ну, немного, но есть. Сейчас уже можно обратно поворачивать. Пока иду вон туда. Так-то лес неплохой для наших широт. Есть лучше, но в основном хуже. Ладно, наверное, до самого-то конца не пойду. Сейчас выйду вон туда. Сначала я уже разделся. Так, все равно жарко. Вспотел. Сейчас выйду вон туда. Ну, а тут еще вроде более-менее нормальный. А тут. А вон там, да хуета. Вон метров 50 и уже старая делянка будет. Вон хуетень какая стоит. А может и не хуета. Может более-менее хуй его знает. Но тут мельче, в общем, лес, чем... Пойду посмотрю. Пизду. Так, вроде тоже на 24. Вон тут даже, блядь, 32 есть. 24, 22, наверное. Может, что без кустов и пореже. Вернее, почаще. Не, он чуть-чуть покороче. Вон 2, третий рез с самой макушкой. Покороче, он тут просто. Сушняка много тут. Ну так много относительно. Много. Тут, блядь, наверное, низко. Кочек вроде как. Блядь, тут вода, ёбаный в рот. Вода это херово, блядь. Ёбаный в рот. Тут, наверное, тоже вода.
пробил лед. Хули у нас еще, блядь, морозов-то не было, блядь, 4 дня минус 15 постояло, блядь. И опять на плюс. Скоро уже, блядь, весна, ебаный урод. Сучка. Что-то я уже теперь суток идти. Да, тут лес меньше, тоньше. Так, вон там, ближе к макушке, то есть как заходить справа, вода. Там, видать, тут низинка, а там, видать, бугорочек. Ладно, там видно будет. Посмотрим, что там у нас нарисовали. Туда обратный путь. То, в общем-то, обошел почти. Сейчас мне еще вправо надо. Вон туда, а потом налево. Так, куда тут вправо, куда тут налево, там уж лес кончился. Блять, то ли у меня глазомер сбился, то ли хуй его знает. А тут так какой-то лес хуета стоит. Ладно, хуй с ним. Что, иду назад. Лыжи. Тут курю. Не знаю, я дымлю, не дымлю. Подспотел нормально. По дороге-то, в общем-то, не проваливаюсь. А тут хоть хорошо дорога есть. Не знаю, правда, состояние какое. Да не особо далеко, километрах может 20-30. А, бля. Ладно, приеду в Чагоду, включусь. Почти дошел, вон окушечко стоит. Приехал в Чагоду. Сейчас еду опять в лесничество. Снимать там не буду, а то там все против. Утром еле пустили. С лесом пока еще не знаю, может еще. Ну в принципе, мне кажется, там мало. Не хватит там. Хотя может и хватит. Ладно, потом сообщу, если как чё. Ехал я домой. Делянку будем отводить в четверг следующий, сегодня пятница. Ну и, наверное, недели через две выпишут. Буду начинать пилить. Ну, сейчас, в общем, я заведу трактор, почищу еще снег. Тут много клиентов у меня появилось. Снег почистить. Был у нас тут на днях ледяной дождь. Вся кабина во льду. Ну что, все на этом. Все, подписываемся, ставим лайки, комментируем. Гидравлика не травит. Сколько дня 3, наверное, простояла. Так, висела, так и висит. Ладно, на этом все.